Итак, друзья, небольшое видео по разборке вот этих вот наушников Bass Plus от Philips. Мало ли кто захочет, случайно отковыряет или еще что-нибудь. Первое время игрался вот с этими вот зажимочками. То есть тут такие автостопы, скажем так. Я их все отгибал, загибал. Всякой липкой бякой крепил, чтобы они в этом режиме были. Но все равно вот эта штука не поворачивалась. Думал, блин, да как же она разбирается? А выяснилось-то все проще. Вот эта вот пластина, она снимается, чтобы добраться к динамику. Но мне-то это было не надо. Не надо к механизму. Оказалось. Тут в наличии всего две зажимки и двухсторонний скотч. И все. То есть, по-русски говоря, нужно было сейчас, да, начинать отрывать вот с этой стороны, вот так, и плавно вытащить сюда. То есть, с этой стороны держится на двухстороннем скотче снизу. То есть, его аккуратненько так по краешку тын-тын-тын выковыриваем. Ну, а с этой стороны оно было вот на этой штуке и на зажимках. То есть, при наклоне оно легко вышло бы. Ну, я применил чрезмерные усилия, поскольку я был первый. Я не видел, чтобы кто-то еще этим занимался. Поэтому вот. Вот так. Ну а для чего разбирал? Просто понять сначала, почему у меня кнопки не очень хотят функционировать. Потом я вспомнил, что сначала-то они работали, блин. Но уже было поздно, потому что я вот эту штуку снял. Видимо, не работают они из-за того, что я в настройках Bluetooth в Android 8.1 поковырялся. Переназначил, наверное, чего-то. Так что вот таким вот образом все вставляется. Оп, и нажимаем. И оно приклеится заново. Но в моем случае, значит, сейчас нужно будет еще вот это вот повреждение силиконовое обратно приклеить. Разобраться с кнопками. Ну, короче, если кому было интересно, вот как оно выглядит внутри, сами решайте, стоит ли оно вам, нужно ли вам его разбирать, стоит ли это все, этого геморроя и так далее. Вот эти две зажимки, потому что я уже приговорил. Значит, вместо них я, наверное, какую-нибудь липкую бяку тут пристрою. Благо, у меня есть всякие хитрые гадости, которыми я как раз зажимку пытался эту приподнять. Липкая бяка такая многоразовая, типа жвачки. Разминаешь, становится липкой, как не пойми что. Потом, если на нее приклеить, оно держит, но с определенным усилием. Усилие превышаешь, она оторвется. На нее, наверное, и приклею тогда. Ну, а так вот, кому интересно, как это все выглядит. Второе ухо не разбирал, я так понимаю, там только аккумулятор. Так что я здесь еще, наверное, платку сниму. Хотя, может, и не буду. Кнопки у нас где? Которые под вопросом. Ну, кнопки-то работают. Это видно. Значит, реальный гемор андроида. Попробую к другому телефону подключить. Если кнопки работают, то ничего делать не буду. Одену обратно амбрашюру и защелкну. Почему пришлось все-таки разбирать? Потому что амбрашюра вставлена туда внутрь, если вы видите, вот. Просто не разобрав наушник, уже тупо ее обратно было не одеть. Поэтому вот повреждение. Царапина, царапина. Блин, чуть ли не выломал. Я все пытался повернуть. Вот так вот товарищи китайцы придумывают. Хрен разберешь потом. Все. Покеда.